Здравствуйте, мои хорошие, птички мои золотые. Вот умницы. Это хлебушек я им даю. Но он бездрожжевой, и это для них совсем не вредно. Вот таким большим вырос уже наш малыш. Ну, только видите вид сзади. Вот там папа, а это мама. А малыша слегка заметно. Он обычно клюет хлебушек, а потом его мочит. Посмотрите, какая у нас погода. Это ежедневная. Такие вот черные облака. Нет голубого неба. Вот такое вот все. Но очень тепло. 88. 89, где-то так. Тепла. И очень-очень влажно. Видите, как это полетело. Видите, что он делает? Он хлебушек берет, а потом мочит его в свежей водичке. А потом поедает. Там папа дежурит. Мама здесь уже сама решила зернышко поклевать. Что-то такое. Самолет летит, ничего. Облачность ему не мешает. Там пустой наш двор. Не наш двор, соседский двор пустой. Пустыня, там нет никаких там деревьев. Вот такой малыш. Вот смотрите. У него уже шапочка краснеет. Он уже на крыло становится. Ну, покажи, как ты крылышками машешь. Вот тут к нам подползали, убежали. Белочка. Смотрите, ускакала. Прячется. Малыш, какой гордый, какой красавец. Это кто к нам там набегает? Обратите внимание. Какой красавец у нас малыш. Дай Бог ему здоровья. Здоровья, сил, чтобы крылышки укрепились. Обратите внимание. Внимание на белку. Как-то так. Обратите внимание на нее. Тоже хочет хлебушка. Малышенька. Красотка. Ну, это не новость здесь, белочки-то. Еще. Хватит. Они уйдут до грозы. А там у нас образуется река. И когда она немножко просыхает, типа болотца, ну там еды. Там жучки, паучки, какие-то червячки. Чего тут только нет. Ой, все чешется. Влажность неимоверная. Знаете, 97%. Пошли.